двустворчатый сейф от компании Monolit. Сейф, этот сейф бетонник. Конструкция такова. Внешний лист пятерка. Потом идет 6 сантиметров фибробетона армированного. И внутренний лист тройка. Ригельная система. Идет трехстороннего запирания. Ригели выполнены из нержавейки. Антисрезы. Пассивные ригеля. Вот эта часть сейфа, она идет под оружие. Ну, в данном случае. Но она укреплена ровно так же, как и эта часть. То есть оружие дорогое может быть. Поэтому защита этой части, она не уступает второй половине. Вторая половина уже по ценности. Здесь также 5 ригелей. Защита такая же конструкция. Вот это, скажем так, более защищенное отделение трейзер. По сердцевину облой, броненакладка. 12 миллиметров металл по всем сторонам, уникальный замок. Здесь как бы толщина дверцы получается 4 сантиметра, то есть вырезать это 4 сантиметра металла. Ригель с огромным вылетом, там сплошной противосъем. Люфтов никаких не может быть и речи, никаких нет. Зазоры, как вы видите, минимальные. Зазоры здесь буквально по 1,5-2 миллиметра. Особенностью данного сейфа еще является то, что он собирается из двух половинок. То есть, ну, точнее, состоит из четырех частей. Вот это его одна часть, вот это вторая часть, они разбираются внутри. И две дверцы. То есть сейф весом 700-800 килограмм становится вполне мобильным. Но на защиту это никак не влияет. Здесь это все решено. То есть вот такими толщинами. То есть зазоры здесь, как их можно называть, волос. То есть, ну, створки в закрытом положении, то есть образуют зазор примерно в волос человеческий. Не толще миллиметра. До миллиметра. Скручивается это все на 20, более чем 20 крепежных элементов. По всей плоскости двери 8-сантиметровые стенки, две они стягиваются. Ой, 8-миллиметровые стенки, металл стягивается. Плюс крепление идет к каждой его части по 2 анкера. Сюда эта часть тоже 2 анкера 16. И в стену 2 анкера. Крепление тоже сделано с запасом. Вот такой вот сейф от Monolit.